Здравствуйте, дорогие друзья! У нас на улице зима, январь. Вот. Ну и жена меня заставила убрать весь мицелий из холодильника, запасы и все культуры. Я его выставил на балкон, не смотрел долго время. И вот что у нас получилось. Вот так вот мицелий на палочках вырос, прям таки скажем. Мицелий хранится. Тоже пытается прорастать, но не хватает воздуха. Мицелий на палочках. По-моему, он К-35 стал. Пророс. Хранится долго он здесь. К-15. Это эксперимент. С сернокислым трутовиком. Палочки. Вначале что-то росло, а потом пошла плесень какая-то. Вот это написано розовая вешенка. Это мы из Украины заказали, но на самом деле оказалась обычная вешенка. Никакая не розовая. Довольно хорошо хранится. Это якобы королевская, да, но тоже обычная вешенка. Мы высевали. Это жидкий мицелий. Тоже хорошо хранится. Сверху уже пророс. То же самое. Палочки, шиитаки. Это зарос не до конца. Тоже не до конца зарос. Это питательная среда. Вот так вот. Вот так хранится. Так можно хранить мицелий зимой на балконе. Здесь где-то плюс 6, плюс 7. Все, всем спасибо за внимание.